Всем привет, с вами Энза. Записываю очередной видеоурок по редактору карт «В тылу врага штурм». Сегодня поговорим опять об анимации. Немножко усложним ситуацию, то бишь то, что можно сделать в игре. Прошлые видеоуроки я показывал, что можно сделать благодаря функции анимации. Кто не видел, можете посмотреть на моем канале YouTube. Так, ну давайте поехали. С чего начнем? Давайте какой-нибудь антураж сделаем. Так, конструктора. Так, конструкшн. Декор. Вот. Ну, давайте памятник добавим. Как раз там, с тенечком, да? Вот так вот. Вот можно скамеечки добавить возле памятника. Вот так вот. Ну, как-то так, да? Так, переходим в режим F3. Так, не знаю, кто умеет или не умеет создавать патруль. Я вам покажу. Так, давайте поставим с вами для начала элитный отряд. Вот сюда поставим. Так. Угу. Офицера поставим. Давайте еще одного офицера вот сюда поставим. Так. Теперь давайте дадим теги. Это не так патруль. А это добавим тег офицер. Офицер. Теперь этому офицеру заходим в Confusions. Здесь. Смотрим, я понял, так. Наверное, слип ввести. Нельзя там, да? Ну ладно, мы тогда сами найдем. Так. Сейчас мы садиться, это не то. Ран тоже не то. Так. Где же у нас лай? Жалко, что здесь нельзя ввести вот этого слип. Не, ну так он будет работать? Не, ну так он нет. Так он работает точно не будет. Так, подождите, не туда зашел. Call functions, давайте его. Придется так искать. Board это не то. Канон тоже не то. Где у нас sleep? Где-то должен быть sleep. Snipe gun. Не то. Эмит это высадка. Файт тоже не то. Флаг поднять. Кстати, тоже интересно, анимацию можно с ним сделать. Лайт тоже не то. Лай слип. О! Лай слип. А ну как это будет работать? О! Вот такая вот, давайте анимацию. Вот нашли бы. Close. Так, заходим в триггеры и создаем триггер. Например, анимация. Анимация. Давайте офицер. Офицер. Условия никаких. Добавим delay.
Delay секунда. И waypoint. Ой, какой waypoint. Анимация. Entity. Animate. Селектор. Не, подожди, это не то. Какой? Это не та. Что это я тут? Вот animation. Так, убираем этого офицера. Окей. И вот здесь так Ctrl-V вставляем то, что мы там скопировали. Здесь мы надо поставить лук. Зацикливание. Все. Теперь у нас он будет спать. Да? Давайте мы еще. Ну вот в тенечке берет и спит. Да? Может, конечно, травушку какую-нибудь поставить. Ну, тут все от фантазии ваша зависит. Это я так. Что пришло в голову, поставил. Теперь поставим waypoint патруль. Так, здесь waypoint я всегда на английском ставлю, потому что я знаю, что в зонах на русском языке зоны конфликтуют. Я думаю, может и здесь быть. Так, патруль пойдет у нас здесь. Будет охранять нашего офицера, да? Так. Итак, так, кто вот не знает, как соединять waypoint, да, выбираете waypoint, нажимаете, или выбираете waypoint, нажимаете shift и выделяете этот waypoint, нажимаете link. Понимаете, да? То есть, если вы вот так выделите, да, waypoint, просто два вот так, да, и нажмете link, то вот эта стрелочка пойдет обратно. И в итоге у вас патруль не будет ходить по радиусу, который вам нужен. Так, надеюсь, вы это поняли. Так, триггеры давайте здесь создадим. ADD патруль, да? Условия никаких. Команда waypoint просто, да? И здесь актер, тег патруль, waypoint. То есть по этому waypoint просто патруль будет ходить и патрулировать. Так, теперь давайте мы вот этого дадим офицеру тег. Офицер. Теги тоже на русском языке я не рекомендую ставить. Офицер 2. Все окей. А не здесь, а вот здесь, да? Так, проложим waypoint. Давайте для начала мы поставим этот цикл. Vehicle. Car. Мото. Вот немецкий. Немецкий мотоцикл, да? Так, теперь поставим еще Vehicle Support. Нажимаем единицу, сажаем его. Давайте еще дал ему, да? Все нормально. Теперь сажаем офицера. Так, даем мотоцикл тег. Мотом назовем его. Мото. Проложим waypoint. Давайте также мото назовем. Так, ADD. Вот так он, да? То есть вот по этому waypoint поедет мотоцикл. И еще здесь создадим отдельный waypoint. Мотоцикл у нас по этому waypoint. Давайте вот здесь создадим команду на этом waypoint emit. Это высадка у нас. Waypoint у нас будет 8. На какой waypoint он пойдет? 8. Так.
мод Passenger. Из мотоцикла такой пассажир выйдет. И в крюк указываем тег этого офицера. Офицер 2. Все. Когда он приедет на этот waypoint, он высадится и пойдет сюда. К этому waypoint. И здесь. И здесь. Давайте еще один, например, мотоцикл поставим. Да? Да. Ну, как бы это сейчас. Ну, давайте, да. Вот так вот. Мотоцикл поставим еще. Или машину давайте. Давайте машину. Как? Вот, нет. Мото. Так, хорч давайте. Хорч поставим. Давайте хорч. Вот так вот, да? Вот он здесь будет стоять. Давайте проложим его тоже waypoint. Хорч, да. Так, давайте для антуража поставим здесь еще что-нибудь. Декор не будем. Village Town E давай. Давайте в ангаре возле аэродрома. Вот так он будет. Там я на свой поинт. Вот так вот. Все. Поставили, да? Ну там все от вашей фантазии будет зависеть. Так, хорч. Даем ему тег. Так, и дам ему хорч. Хорч. Так, теперь, когда... А, это я проложил просто, давайте. Давай, офицер 2. Офицер 2 назову. Офицер 2. Так, здесь мы уже будем ставить условия. Условия. А не, офицер 2 приедет. Так. Нашел ал. Так. Четвертый. Триггер офицера команды delay. Секунду. Актер сейс не буду ставить. Поставлю waypoint. Waypoint. Актер. Тег. Мото. Waypoint 4. Так, поедет по этому waypoint, выйдет. Так. Эмит мы поставили, да? Этого офицера. И когда он... Давайте зону. Вот зона была, да? Вот офицер. Вот офицер. Вот здесь вот и выберем зону. Да? Так, триггер. Офицер 2. А, теперь добавим разговор. Ну, разговор между офицерами, да? Разговор. Разговор. Так, сейчас я ничего не перепутал. Так, это... Ага, ага, патруль. Так, офицер 2. Мотоцикл поедет. Все, здесь он доедет и сработает команда Эмит, и другой офицер подойдет сюда. И когда он сюда подойдет, давай, офицер, два разговора. Здесь уже условия. А, условия. Тег, когда офицер 2 будет в зоне. Офицер. Стайц, ну, дайт больше нуля.
сработает команда, давай delay, также секунды, сработает команда task, а как-то telk, вернее, telk какой task, прошу прощения, telk, да, в селекторе выбираем, ну, можем вот этого офицера, который спит, не, давай офицер 2, так, текст, текст, ну, вас ждут, ну, там, возле аэродрома, да, так, вас ждут возле аэродрома, Enter. Вообще лучше, конечно, когда у вас будет миссия, вот здесь писать, создавать и писать, да. Все, вот такой телк произойдет, когда он будет. И еще одно. Так, офицер поехал. Нажму так. Ну, тут как выложено, знаете. Так, условия, когда... Когда будет офицер 2 в зоне, офицер state нодает больше нуля. Так, надо еще waypoint проложить один. Давай офицер. Офицер. Офицер назову. Show all. Он был виден. Так, понятно. Так, вот. Вот так вот, да. 14-й waypoint. Так, офицер, так, ага. Так, команда delay. Секундочка. Waypoint. Вот здесь можно поставить actor. Так, actor кто? Офицер, который спит, по waypoint 14 пойдет. Так. И здесь можно добавить еще actor state. Да, то есть побежит. Может, его там срочно ждут, а ассалы. Давай fast. А fast. Так. Офицер. Вот так он, да? И здесь работает команда, давай вот на этом waypoint, board. Команда board. Actor board. Да? То есть vehicle, выбираем тег этой машины, horch, и кто у нее сядет. Так, подождите, board. Place. Так. Так вот он побежит, да? Vehicle board. Селекторы. Waypoint. Стандарт. Тег офицер. Вот так вот. И здесь в триггере офицер поехал. Так, ну давайте посмотрим, что я тут нахимичил. Давайте все-таки вижу у меня в триггере. Так, вот он, и вот патруль ходит. Да? Так, надо посмотреть, почему он сюда пошел. А, здесь стрелку я неправильно соединил. Все. Все. Видите, она сюда смотрит. Я, походу, 3 нечаянно выбрал. Ну, короче, я это поправлю сейчас. Так, вот едет мотоцикл. Так, вот он идет. Вот он бежит, садится. Так, короче, почему-то он не поехал. Так, давайте изменим вот эти ошибки.
Так, давайте 0. Так, почему у нас здесь... Нет, здесь все верно поставил. Так, так. А, вот у нас. Почему-то вот это соединено с этой. Это вот мне непонятно. Так. Waypoint. Патруль. Так, давайте-ка мы Unlink. Нажмем Shift. И выделим. И нажмем Link. Все, теперь все правильно. Теперь разберем еще какая ошибка. Команда. Анимация. Офицер поехал. Entities. Когда офицер... Подождите, сейчас разберем этот триггер. Waypoint. А, это он побежал по waypoint. А это actor stays. Вот здесь можем добавить delay. А после delay... И давайте отдельно. Давайте rename тогда офицер. Бежит. А здесь ADD офицер поехал. Так. Waypoint not show A. 9, да? Так. 9. Сейчас мы проверим. Разговор. Так, офицер поехал. 9. Условий никаких, потому что машина стоит. Ну, вот waypoint. Tag porch waypoint 9. Все. Так, 9. Патруль. Так, теперь разговор. У меня разговора не было, может, надо понять. Так, вас ждут возле аэродрома. Так, ну давайте посмотрим. Давайте все-таки в F1 буду смотреть. Setup, может, не сработал, но в режиме F3. Такое тоже может быть. Так, ну вот патруль патрулирует, офицер спит. Вот едет мотоцикл с другим офицером. Так, офицер идет. Вот он бежит. Сейчас он с сталком разобраться. Садится вот. И поехал. Все, поехал на аэродром. Вот такая анимация, да? Конечно, надо еще вот этот косяк исправить. Почему в режиме F3? Так, офицер поехал. Офицер бежит. Разговор. Так, условия. Когда будет офицер? Сработает команда Delay Telk. Вас ждут возле аэродрома. Так, телк. Подождите. Тогда можно просто вот так вот. Вас ждут возле аэродрома. Да, когда будет офицер в зоне офицер 2, но дай больше 0. Сработает. Мотоцикл едет. Так, ну вот такой вот триггер. Вот, в принципе, ничего сложного нету. Какая-нибудь диверсионная такая миссия, если будет у вас, да. Главное, чтобы игрок это видел все, чтобы это на карте работает. Можно талк не ставить, потому что
Это если вы будете играть, вам выгодно будет видеть все это в анимированном виде. Вот. Ну вот он бежит, садится. И поехал. Все, ему сообщили. А он поехал. Можно ему скорость быстрее поставить, чтобы он ехал. Вот. Так. Что еще? Давайте-ка мы еще проверим. Да, давайте в режиме F3. Так, анимация. Так, офицер вот. Так, разговор. А, delay. Так, офицер в зоне. Офицер 2. В зоне офицер. Проходит разговор. Телк. Сей. Так, ну здесь, в принципе, ничего не надо. В селекторе выбираем. Давайте тогда тег все-таки поставим. Офицера, который спит. Вообще, ты должен сказать офицер. В зоне офицера. Вас ждут возле аэродрома. Все-таки давайте... Давай, привет, как дела? Назови. Мне кажется, текст не работает, потому что здесь написали. Это вот, давайте мы здесь все-таки создадим. Давайте один. А, вас срочно ждут возле Рома. Enter, save. Окей. Окей. Так, вот он спит себе возле памятника в тенечке. Патрулирует. Надо было мотоцикл Асауль дать, чтобы быстрее ехал. Так. Все, вот он останавливается, идет. Вот, вас срочно ждут возле аэродрома. Все. Вот он поехал. Вот он поехал. Можно здесь также эмит сделать, выйти, чтобы он зашел. Ну тут все от вашей фантазии будет зависеть, конечно. Вот он поехал. Конечно, когда у тебя карта полностью с антуражем, так реалистичнее все выглядит. Вот он приехал, но я здесь 7 эмит не стал ставить, чтобы он шел туда. Вот такая вот. Вот так вот анимация работает. В принципе, ничего сложного нету. Так, в F3, да, главное. Разговор. Вот телк. Все-таки нужен в тексте не здесь. А вот если ты в F9 создаешь миссии, там можно так писать. Ну что, вот, а здесь видите, только вот так. Так, все, всем спасибо за внимание. Создавайте свои карты, делайте красивые анимационные вещи. Вот. Подписывайтесь на мой YouTube и Twitch канал. Ну, правда, на Twitch я редко играю, в тылу врага в основном покер. Но, тем не менее, буду рад вас видеть. Все, всем спасибо за внимание. Ждите следующих видеоуроков.